Оскверненный собор Парижской Богоматери, храмы, превращенные в склады провианта, убитые священники, свергнутые с пьедесталов статуи королей, поруганные мощи святых, святую Женевьеву, покровительницу Парижа, к мощам которой за помощью столько раз обращался народ в дни великих бедствий, разрубили топором на позорном эшафоте и бросили в сену. Страшное кладбище у парка Монсо. Оно было совсем недалеко от православного собора, который посетил Николай. На этом кладбище они лежали вместе, блестящие аристократы и убившие их революционеры. И убившие этих революционеров другие революционеры. Все эти воспоминания времен Французской революции станут их будущим. Возвращаясь из Версаля, они не знали. Перед ними было зеркало. Царица до конца поймет это лишь в страшном 1917 году. И поэтому, узнав о его отречении, она в ужасе и странном безумии будет шептать по-французски «Абдике». «Отрекся». И должно быть вспоминать, как они стояли в той зеркальной зале. Зеркала Версаля. Последний русский царь был мистиком. Рожденный по церковному календарю в день Иова Многострадального, он был уверен в своем трагическом предназначении. И, конечно, он не мог не заинтересоваться тем мистическим рассказом, о котором тогда, в дни столетия революции, много говорили и спорили в Париже. Речь идет о пугающем пророчестве, сделанном за два десятка лет до революции другим мистиком, неким Казотом. Казот был масоном и сочинителем. Мистические взгляды придавали его изящным творениям несколько тяжеловесный характер пророчеств. Но однажды случилось невероятное. В тот вечер в салоне маркиза де Вадрейля собрался один из тех очаровательных кружков, которые исчезнут вместе с галантным веком. Несколько умных и весьма вольно мыслящих аристократов, несколько очень красивых и пугающе умных дам.